Результаты голосования в Великобритании отражают кризис, который переживает Евросоюз. Это лейтмотив заявления депутатов Российской Госдумы. Сегодня парламентарии 6-го созыва собрались на свое последнее заседание. И, конечно, решение о выходе Соединенного Королевства из ЕС не могло не отразиться на повестке дня. Народ Британии сделал правильный вывод. Сельская, крестьянская, провинциальная, рабочая Британия сказала «нет» тому союзу, который создала финансовая мафия, глобалисты и все остальные. Мы направим телеграмму поздравительную премьер-министру Кэмерону. Будущее Евросоюза – это выход. Германия и Франция выйдут, и Евросоюз окончательно распадется. То же самое НАТО. Германия выйдет, все распадется. Я лично очень доволен итогами этого референдума. Англия и показала, что они берегут свои социальные завоевания, ибо трансатлантическое соглашение их лишало в этом. Они вдруг заявили, что мы не желаем принимать миллионы беженцев. Уже миллион Европа приняла и задохнулась. Они заявили о том, что хоть и Америка старший брат, но мы тем не менее сами с усами и будем управлять своей страной, как считаем нужным. Для Евросоюза это плохой знак, для России особых последствий не будет. Но единственное, может быть, русофобии станет меньше, поскольку британская элита наиболее отрицательно настроена элита по отношению к России. И ее уход из Евросоюза сделает позиции тех, кто выступает за сотрудничество с Россией, это прежде всего в Германии, во Франции, в Италии, делает позиции этих людей более прочными. Премьер Великобритании на сегодня станет большой поддержкой для евроскептиков в других странах. Уже целый ряд политических деятелей из стран Европы заявили о том, что они будут требовать референдум в своих странах. И если Брюссель не изменит срочно свою политику и не начнет действовать, уважая суверенитет и национальные интересы граждан государств Европы, то большая вероятность, что в том виде, в котором мы его знаем, Европейский Союз скоро прекратит свое существование.